Друзья, всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Успехов, всех благ в Новом году! Вот. Самое главное, крепкого здоровья всем! Без него, как говорится, сейчас никуда. Вот. Ну и сегодня у нас обзорчик наших аквариумов. Первый обзор в этом году. Как говорится, будем посмотреть, что у нас нового, чего печального, чего хорошего. Какие планы? Погнали! Ну вот, друзья, начнем с нашего 30-литрового аквариума. Обзорчик. Здесь у нас наши малыши Данюшки. Им уже 2 месяца. Скоро малыши уже в продажу у нас пойдут. Прекрасно живут. Вот так, дальше у нас наши гупиши, остатки, желтая кобра и меченосцы Санта-Клаусы. Осталось у нас 2 самца. Не знаю, стоит самок покупать или все-таки самцов продать. Живем, увидим. Так, здесь у нас на отсадке сидели наши Данио. Но вот из-за контейнера особо ничего не видно. Вот, сверху. Набросали нам икорки. Ну, теперь будем ждать, когда икорочка у нас проклюнется. И будем поднимать еще одно потомство Данюшек. Так, ну, в общем, с верхним рядом закончили. Спускаемся пониже. Так, наш креветочник. Блюдримы никак не хотят размножаться. Уже для себя решил, ну, оставлю их для себя, пускай радует глаз. Вот, возможно, пересажу в какой-то другой аквариум, пока не знаю. Вот, ребят, наш большой переклеенный аквариум 120 литров. Как я и говорил, мы урежем до метра, и на стойку он у нас прекрасно влезет. Также топим коряги. На данный момент здесь у нас золотая гурамка, 2 вот этих вот белоснежных гурамки, наши мраморные. Так, это мраморка с точкой. Ну и малинезии, которые у нас жили этажом ниже, теперь тоже переехали сюда. Вот наш самец мраморный. Вот. Ну что ж, спускаемся на этаж ниже. Ну, здесь у нас без изменения наши кубинчики. Вот он, наш выводок. Подрастает. Вот один самец. Там он с большим хвостом, это родитель. Вот. Подрастает. Будем ждать дальнейшего потомства. Так. Ну, вот здесь вот у нас тернеции, гурамки. Тоже наш выводок. Немножко чуть подрастут и на этаж выше переедут. Вот. Также черные смокинги, самка петушка. Даже, может, в ближайшие недели, наверное, даже пересажу гурамок. Полностью, наверное, всех в один закину. Ну, посмотрю. Так, здесь у нас из изменений у нас добавились мшистые барбусы, они же мутанты. Вот такие вот бешеные
сейчас что-то успокоились. А так они шороху здесь наводят. По дну всех гоняют. Ну, вот наши снежинки. Все, никак они у нас размножаться не хотят. Самочка одна осталась. Вот, ни малышей, никого нету. Ну вот, также сегодня сюда забросим наших данюшек, которые у нас отнерестились. Все, ну и последний этаж на этой стойке у нас. Это у нас привезенные черные молли, больные. Ну, нечистая линия, но, как говорится, достались общим скопом, так что будем лечить. Вот видите, у них водичка и в зеленке, и в синьке. Манка нас одолевает, но пока тьфу-тьфу-тьфу, все живы. Так, ну и вот наши малыши дальше. Кубинские мечики. Уже они у нас в продаже, но пока их как-то особо сильно не разбирают. Наши черные мольки. Никто не кормленный сегодня еще. Так что вот такие вот они приветливые. Были на выходных. 3 дня все рыбки ничего не ели. Вчера вечером приехали, немножко закинул, так что не переели с самого начала. Ну, а наши цитрусы внизу, всякие разные. Даже дошло до такого, что у нас гупехи начали плодиться. Вон, малыши. Ну, в общем, штучек 5, что ли, я, по-моему, насчитал их. Там вдалеке малыш тоже плавает. Вот. Вот такой вот обзор нашей стоечки получился. Ну что ж, погнали дальше. Вот, друзья, наши тритоши. Одна парочка, вторая парочка. Вот эта вот парочка у нас в брачные игры играет, а икорки нам не выбрасывает. Вот засранцы вот такие вот. Вот наша Ташечка. Ташечка, девочка. Где мой Харюси? Ой, ты кушать хочешь? Ладно, сейчас папа тебя покормит. Папу не ешь, невкусный я. Вот наши тритоши. Вот, друзья, еще один наш аквариум. Еще одна 120-ка. Сапфирики, как всегда, любят на переднем плане повыделываться. Скалярики. Вот. Зарос у нас аквариум немножко. Ну, это как раз пока праздничные дни, пока выходные. Все это дело будем рассаживать, наводить красоту. О, о, о. Заиграли наши водорослееды, даже камеры не поймать. Вот такая вот штукенция аквариум. Да, дополнительно хотел бы сказать, мы тут приобрели за 300 рублей бушный аквариум панорамный. Но течет. Вот. Ну, как бы мы об этом знали, к нему в комплекте еще фановский фильтр шел. Я думаю, сейчас восстановим и выставим панорамник на продажу. Почему нет?
Но об этом будет отдельное видео. Все остальное покажем. Ну что ж, друзья, вот наше цихлидное царство. Здесь у нас малыши голубого пиндани или пиндани соколова. Вот они, наши малыши. Вот. Это мы взяли в дополнение к нашим дополнительно, но что-то с ними не так. Не пойму, в чем проблема. Раз в неделю, один-два, вот у нас отправляются в царство Посейдона. Никак не пойму, в чем проблема. И карман разные подыскивал, и подмены воды делал. Это вот сейчас за 3 дня вот на стенках образовался вот такой налет. Не знаю. Так, в общем, по этому маленькому аквасику будет позже видео о переделке вот этой крышки. Вот она не светила у нас. Вот, а теперь вот приятный вот такой вот голубоватый оттенок у нее. Вот. Ну, это будет видео позже. Ну и наш основной на 160 литров цихлидничек. Вон наши зебры. Вон пинданюхи. Вот. Где-то здесь у нас еще также анцитрусы обитают. Вон пинданюха наша запряталась. Вот такие вот у нас цихлидные дела. Ну, также за компанию можно и ферму нашу показать. Нематода в банках стоит. Аллофорус. Опять аллофорус. И тут внизу у нас этот трубочник изя. Дальше у нас аллофорус. Ой, вот здесь не аллофорус, здесь гриндали, извините. Уже все. Праздники, видимо, подействовали так. Ну вот, как раз, как говорил, сегодня я еще не кормил никого. Так что соберем сегодня гриндалька, аллофоруса, трубочника и всех будем кормить. Вот, друзья, добрались до последнего места с нашими малышами. Здесь вот последняя партия кубинчиков. Что-то мало их у нас. Дальше там гуппи и красный смокинг, и как она, желтая кобра, гупики плавают. Тоже давненько здесь уже не убирался, тоже надо заняться. Катушек много развелось. Где-то у нас одна хелена была, надо будет выловить и сюда забросить, чтобы почистил немножко. То уж очень большая у них популяция, рогалистник сжирают. Вот так вот сверху. Так, дальше у нас, ну, в общем, не знаю, кто разводил пульвиохромусов, может, подскажет. На дне такое ощущение, как бы есть икра. Вот такая вот прозрачненькая. Камера плохо фокусируется. Как бы вот есть. Вот на фильтре тоже лежит. Вот как будто икра. Дополнительно я им тут грелку поставил. Сами пульвики у нас где-то прячутся. Так, так, так. Не очень хорошо видно. Вот. В общем, пульвики у нас здесь. И самец, и самка. А вот это вот или икра, или еще что-то непонятное. У нас уже больше недели. То бишь, проинкубироваться она уже должна бы была. Вот, ребят, кто знает, подскажите.
Будем признательны. Так, ну и наши малыши, гордость, так сказать, наши сапфирчики. Ну, это их бы теперь сейчас найти. Они, наверное, опять под кокосом. Вот наш папка. Там сзади мамка. Да-да, к вам пришли гости. Так, вот с этого ракурса сейчас попробуем. Вот они там под кокосиком, за кокосиком прячутся внизу. Сейчас попробуем немножко увеличить. Вот в последнее время они все вот под кокосиком. Вчера вот приехали, думали, а вон они на кокосике, еще не заметил я их. Вот, а вчера приехали, что-то 1-2 и больше нету. Ну, правда, вот этот верхний свет, который у них стоит, мы его не включали. Вот, уже приехали поздно. Не стали, как говорится, день-ночь у них путать. Так просматривали, просматривали. Ну вот. Вот такие малыши у нас там ползают. Вот так вот у нас прошли новогодние праздники. Всем большое спасибо, кто досмотрел столь длинное видео. Всем пока-пока. Удачи в новом году. До новых встреч.